патология, удлиненный кишечник, ограниченные проблемы сходить в туалет. Чем помочь? Кором я уже сказал, но сейчас да, я рекомендую подарить гомеопатию, потому что она решает очень многие вопросы. И особенно в таком двухлетнем возрасте, что сразу ложат в институт Пахмагед, обследуют, находят дельхосигму, постоянная рентгеноскопия, это облучение рентген, постоянно колоноскопия, то есть это очень жуткие, неприятные процедуры, и ребенка лучше не мучить, просто научиться с этим жить. И гомеопатия помогает создать хороший рейн, как фоновое питание само собой, и гомеопатия поможет качество жизни улучшить до такого, чтобы ребенок жил себе спокойно, наслаждался жизнью и забыл про эту проблему. Так, следующий вопрос. Ребенок 5 лет, постоянное воспаление аденоидов. Рейн, конечно, очень хорошо, и соул, и гор, но обязательно добавить гомеопатию, тогда будет быстрее эффект. Рекомендую. Так, следующий